Витая. В этом видео мы прикатываем к АЕ, мы посчитаем водонапорную башню системы Рожновского с использованием конечных элементов пластин. Итак, вот наша башня. 3D-модель получена вращением скетча. В фрикат нет нагрузки, которая бы распространялась по гидростатическому закону. Поэтому треугольник давления воды по высоте башни нужно перевести к ступенчатому виду. А на скетч нужно нанести дополнительные узлы с расстоянием между узлами, равными высоте ступени, из которых потом будут сформированы ребра, разграничивающие участки приложения нагрузки. Теперь переходим в МКЕ. Создаем контейнер с расчетом. Решатель по умолчанию у нас Calculix. Генерируем сетку конечных элементов. Добавим толщину пластина. Крышки смотрового люка 2 мм. А всем остальным это поле оставляем пустым. 4 мм. Добавим материал. По проекту башня покрыта утеплителем и облицована листовой сталью. Чтобы не рассчитывать отдельно нагрузку от облицовки, включим ее в собственный вес. Для этого создадим пользовательский материал, поставив птичку «Использовать поля ввода». В поле «Плотность» запишем удельный вес для сэндвича, состоящего из стенки башни, утеплителя и облицовки. Модуль упругости и коэффициент Пуассона примем стали. Это поле оставим пустым, что означает, всем элементам будет назначен одинаковый материал. Добавим собственный вес. Добавим закрепление. Для этого будем использовать инструмент «Жесткое защемление», так как он выводит файл DAT нагрузки на опоры. Добавим давление воды на стенки башни.
Теперь добавим нагрузку от снежной шапки. В Африкат нет привычного представления равномерно распределенной нагрузки, есть только некая сила, которая равномерно распределяется по объекту, к которому она прикладывается. Поэтому, чтобы получить равномерно распределенную нагрузку от снежной шапки, нужно сначала вычислить ее равнодействующую, и именно значение равнодействующей ввести в поле с нагрузкой. Чтобы скорректировать направление нагрузки, добавим направляющую. Направляющей может быть любая линия, параллельная линии действия силы. Аналогично поступим с нагрузкой от ветра. Все готово к расчету. Заходим в Calculix, нажимаем «Записать файл задачи» и запускаем расчет. Вот наши результаты. В файл дат записались нагрузки от конструкции башни. Сохраним их как текст. Добавим фильтр результатов. Выведем самое сжимающее напряжение. Теперь самое растягивающее. И напряжение по Мизису. Если значения напряжения не превышают расчетного сопротивления материала, то прочность достаточна. Сохраним результаты как картинку. Добавим фильтр деформации.
проверим, чтобы отклонения башни не превышали допустимых значений. И тоже сохраним как картинку. По технологии башня устанавливается на фундамент уже в собранном виде. Поэтому ее нужно дополнительно посчитать на монтажные нагрузки, когда при подъеме ствол башни работает как двухопорная балка. Вот мы получили всю необходимую информацию для конструирования башни. Напряжение от эксплуатационных нагрузок, напряжение от монтажных нагрузок, деформация башни и нагрузка на фундамент от конструкции башни. На этом все. Дякую за увагу.